Человек репостнул. Выбрать победителя. Вы готовы? Кто же получит у нас ключики LOLVIEZ? Первый победитель. Артем Литвинов. Артем Литвинов молодец. Я ему прямо сейчас отправлю первый код. Бум-дум, привет. Так, где эти коды? Вот коды. Что значит 322? Да, ребят, каждый платный подписчик, каждый сабскрайбер получит код. Мне их столько наприсылали, что я каждому сабскрайберу могу вручить код. Так что если вы саб, то напишите мне сообщение на Твиче, я вам пришлю код. Так. Литвинову я код отослал. А, второй победитель. Ярослав Денисов. Ярослав Денисов молодец. Так, я ему сейчас тоже отошлю код. Код на LOLVIEZ. Выбор победителя. Дмитрий Кабанов. Поздравляю. Я его добавил в друзья. И туда ему... Отлично. Лолвис. Теперь я могу из друзей удалить. Убрать из друзей. Следующий победитель, четвертый, Владислав Халимов. Я победителя не записываю, но надо будет... Азар, вырежешь потом это со стрима, хорошо? И видео закинешь в группу, как мы победителя выбирали. Владислав Халимов. Это четвертый парень, правильно? Дайте я посмотрю все. Но не делали репосты. Дальше. Парень, столько репостит, охренеть. Где репост был? 15 числа где-то. Вот. Он делал репост, ребят. Сколько репостов? 61. Все, ребят, не морочьте мне голову. Честно, ненавижу конкурсы из-за этого проводить. Отправить. Лолвис, я думаю, парень понял, что это такое. И последний победитель Дмитрий Лукашук. Дмитрия мы тоже поздравляем. Дмитрий молодец. Последний ключ отправляю ему. Лолвис. Все, ребят, короче. Коды разыграли. Если кто-то из платных подписчиков хочет получить код, отпишите мне на Твиче сообщение, я вам скину код. Все, что с ключом делать?